специально еду по Советской, чтобы посмотреть или показать колыванцам, жителям Колыванского района, как дела на улице Советской, как ее благоустраивают, как делают ее ремонт. Сегодня 24 августа, но скоро снежок ляжет, 2 месяца осталось. Не знаю, похоже, конь не валялся на улице Советской. Что сделано? Часть какой-то дороги тут снята, где-то тут какие-то эти выдиральные машины провыдернуто это все. Не знаю, что вот здесь с левой стороны, для чего это и что это такое было, я так и не понял. Здесь должны быть на противоположной стороне, вот с левой стороны, должна быть парковка для 4 или там для 3 автомобилей. С правой стороны никакая парковка не предусмотрена. Дальше вот здесь вот самое интересное такое происходит. Я все разгадывал, когда видео снимал, что это такое. Ну вот сейчас мы видим, как они тут разрисовали и как делается бордюрная камень вот этот. Для чего он там ставится и для чего такая ширина дороги? Ну как бы здесь у нас нет ни школы, ни музыкальной школы, она дальше. Ну видимо к храму или к парку парковочное место. К стадиону нет, ну далеко идти. Вот с правой стороны будет музыкальная школа. Ну, что здесь такое? Вот бордюрный камень понаставили. Причем вдоль этого бордюрного камня будет в дальнейшем тротуар. А тот, который дальше идет вдоль забора, он то ли не будет использоваться, то ли будет брошен. Не знаю. Вот сейчас около больницы перекресток Карла Маркса и Советская. Сидят 2 работяги, вот на них все возложено. Вся эта процедура не русской национальности. Вот с правой стороны пока не видно, что бы происходило и будет ли вообще происходить, как это все будет происходить, потому что на плане там нету никакой парковочной зоны абсолютно. То есть там, ну, не предполагали, что будет это все. Здесь вот теперь машины стоят вот так, то есть ни справа не встать, ни слева не встать. В больнице, не знаю, скоро будет зима, тут вообще не проедем. Что дальше? А да, вот здесь вот стоял, лежал утром и вчера ли вот этот бетон, как-то куда-то они его приспособили. Дальше. Не знаю, как люди, что у них там, у жителей, но не знаю, как машина вот это проезжает, каким образом выравнивает все это дело. Ну вот, труженики трудятся. Вот. Выравнивает. Проехать, не знаю, долго, недолго. Ладно, все готовы потерпеть, лишь бы был бы результат. А будет он или нет, покажет время. Покажет время. Вот такой вот он ремонт улицы Советская. Будет длиться эта ночь, как долго будем спать? Глазам и окнам уж давно не вмочь, их нужно открывать. Чтоб свет зари нам ослепил глаза, чтоб кислород ворвался в организм, наполнив наши души и сердца и верой, и добром.